Всем большой привет! В общем, я только вернулась после работы, но Сережа меня приехал на машине, встретил. Вот, сам поехал в деревню, там ему надо что-то доделать. А я хочу, вот пока есть время, по-быстренькому приготовить ужин. Демка у нас сегодня первый день пошел в сад. Ну как первый день, я имею в виду, спустя сколько там, недели три, наверное, прошло. То есть, Сережа с ним был на больничном, потом вот я с ним в больницу попала. Потом после больницы, пока нас выпустили тоже, ну, Сережа пока в отпуске тоже, он сидел с ним какое-то время дома. Вот, хочу, в общем, пожарить рыбку. Надо было порезать ее на такие квадратики, когда она у меня была слегка подмороженная. Сейчас, видите, она такая спрессованная у меня. Уже разморозилась и разваливается на кусочки. Не очень удобно разрезать. Вот, захотелось жареной рыбки поесть. У нас сегодня на улице прям солнышко светит. Погода хорошая такая. Сейчас попозже пойдем Димку забирать из детского сада. Сходим погуляем куда-нибудь. Сейчас я быстренько пожарю. Рыба-то она быстро готовится. Да, конечно, резать не очень удобно. Так, ну я думаю, столько хватит мне на сковородку. Так. Она вот эта хорошая минтая, она спрессованная, тут ни косточек нету. Такая, то иногда возьмешь филе, там мелкие косточки попадаются, не очень приятно есть. Ну так, слегка посолю с одной стороны только. Рыбные котлеты, знаете, я как-то не очень люблю. А вот там жареную, отварную рыбу, там рыбу под маринадом, мне вот такая нравится. А вот именно рыбные котлеты что-то не особо. Сережа у меня вот любит, наоборот. Я как-то не очень. Сейчас перчик добавим. Я не знаю. Наверное, макароны отварю. Что у нас там есть? Спагетти, по-моему, должны быть. Надеюсь, тут есть. Вот такие отварю. Потом перья. Так, ставлю сковородочку разогреваться. Так вот, утру соль с перцем, чтобы она немножко промариновалась, наша рыбка. И буду обжаривать. Так, еще не знаете, еще мука нужна. Или тут мука, кстати, осталось прям чуть-чуть. Осталось. Надо посмотреть, у меня вроде там еще в шкафу есть. Чуть-чуть. Надо досыпать. Так. Опа. Нет, наверное, закончилось. У меня мука-то. Ладно, потом посмотрю. Это у меня вот прям немножко тут осталось. Так, и теперь вот так вот прям. Каждый кусочек обволю в муке и буду обжаривать. Быстро, просто, вкусно, как всегда.
Ужин я приготовила. Здесь рыбка у меня пожарилась. Также отварила макарончики, добавила сливочное масло. И еще здесь также приготовила овощной салатик. Здесь у меня помидоры, огурцы и зеленый лучок. Все, ужин у меня готов. Сейчас будем собираться, пойдем за Димкой в детский садик. Вот. Можно будет теперь гулять, дышать свежим воздухом, ни о чем не задумываться, то, что надо что-то готовить на ужин. Все, придем с улицы, только подогреем, все. Диме не хочется, уже к своей привык. Вот, сейчас тоже зашли на Валберес. Забрала защитные стекла себе на телефон. А то тут ходили в парикмахерскую. Короче, телефон выпал, а там плитка на полу. И у меня, короче, прям стеклом вот так об эту плитку грохнулся. Стекло разбилось. Хорошо, защитка хоть стоит. Вот на Валберсе заказала. Три штучки. Честно сказать, даже не проверила и не посмотрела. Так. Если вы остались довольны нашим товаром, пожалуйста, оставьте отзыв. Она у меня в красном рюкзаке. Пазлы в рюкзаке у тебя? Да, я туда много пазлов. А вот я в пазлы. Короче, я так поняла, если оставить отзыв, переведут 100 рублей. Ну ладно, посмотрим. Так, тут салфетки. Три штучки. И стекла. Я уже не первый раз заказываю этого продавца. Мне нравится. Они как раз по размеру подходят. И цена устраивает. Вот такие вот они. Сейчас вот эту пленочку защитную сниму. И наклею. И будет у меня телефончик как новый. Дима, иди руки мой. Ты кушать будешь? Помоги мне убрать. На, туда всовывай. Аккуратно только. Вот. Завтра пойдешь в садик? Да. Да? Да, мне надо денежки заработать много. Да. Не, у меня будет много выходных, и я с папой пойду в лабиринты. Ну-ка, покажи. У меня выходных много. Я думаю, руки грязные. Давай, иди ручки мой, кофточку снимай, сейчас будем кушать. Тихо, дай, я сейчас буду наклеивать себе. Да, вон, хочешь пупырку? Кофту снимай, то жарко. Гулять ходили сегодня в садике? Да. Антоша-то был? Да не, он заболел. А Владик? А его не было, он пошел в больницу, он заболел. Все твои друзья, что ли, на больничном? А там только Маша была, Илюша был, а Владика с Антоном не были. Они заболели, они пошли в больницу. Ну, вы прям по очереди болеете. Так, ладно, давай сейчас уберем. Чтобы я ничего не разбить. Помочь. Ну на, клади в коробочку сам. Мама, так я нет, не доставай, не доставай, Дим. Ты два убери, одну оставь. Одну я сейчас буду на телефон клеить. Ладно, вот, да. Угу, и вот эти салфетки. Дай мне одну же салфетку, а вот эти две убери. Спасибо. Давай я закрою пока. Аккуратненько стой.